В Кишиневе стартовал марафон вакцинации от COVID-19 для учителей и вспомогательного персонала школ. Иммунизироваться они могут в муниципальном центре на улице Петру Рареш. До начала нового учебного года власти намерены привить как можно больше сотрудников системы образования. Педагоги говорят, что вакцинацию и здоровье предпочтут учебе по удаленке. Хотелось бы, чтобы не было онлайн-обучения, как в прошлом году. Было тяжело, уроков провели мало, соревнований не было. Я узнал, что в эти два дня будут вакцинировать учителей и решил прийти. В центре вакцинации ожидается участие 700 сотрудников системы образования. Мы решили провести организованную иммунизацию по 100 человек каждый час. В наличии есть вакцины Johnson & Johnson, Sinopharm, AstraZeneca и Pfizer. На первом месте вакцина Johnson. Ею привились 120 человек. Учителя говорят, что осенью хотят вернуться в школу и преподавать в обычном режиме. Мы готовимся к новому учебному году, нужно вернуться сильными. Мы находимся в прямом контакте с детьми, и нам следует сделать прививку. Мы учителя и несем ответственность за свое здоровье, здоровье детей и коллег. Муниципальные власти заявляют, что из 13 тысяч учителей Кишинева половина вакцинирована против COVID-19. По результатам вчерашнего дня 55% работников системы образования были вакцинированы. Мы надеемся, что эта кампания значительно увеличит их количество. Марафон продлится до вечера субботы.